Ярослав Бойко у режиссеров на расхват. Действительно, брутальных актеров у нас много. Да и на суперменов, настоящих мужчин, богат современный кинематограф. А тех, кто в кадре сможет сочетать эти качества с затаенной грустью в глазах, как назло, не хватает. За всех трудится Ярослав Бойко. Женские журналы постоянно включают его в хит-парады самых знойных красавцев. А поклонницы видят в нем идеального мужчину, совмещающего в себе почти несовместимые черты отъявленного хулигана и примерного семьянина. Названный в честь великого князя, Ярослав в школе знал на отлично только физкультуру и математику. Книг не читал, уроков не учил. Зато страстно обожал футбол. Эта страсть осталась с ним до сих пор. Даже в Таиланде съемочная группа «Всегда говори всегда» в очень жестком графике ухитрялась находить время для дружеского матча с местным населением. Футбол мы выиграли у тайцев 4-1. На их поле. А они радовались так, как будто это они победили. Буддизм, потому что. С детства ему пророчили военное училище, погоны и дальние гарнизоны. Кстати, свою первую книгу Ярослав прочитал в армии, от скуки, попав в лазарет. Тарас Бульба, затем Евгений Онегин. Уроки русской классики даром не прошли. И переняв у Онегина стремление жить по-своему, вернувшись из армии, Ярослав на горе всей семье отказался от карьеры военного. В Киевский театральный институт поступил случайно, за компанию с одноклассницей. В итоге она провалилась, а он стал студентом. Однако после года учебы на еле понятном для него украинском, Бойко поехал в Москву и поступил в школу-студию МХАТ. Я в театре с удовольствием играю, в кино с удовольствием. Это две большие разницы. В чем разница? Ну, элементарно, то, что в театре ты сыграл здесь и сейчас, и тебе хлопают здесь и сейчас, насколько ты сыграл. А в кино ты снялся и забыл, у тебя жизнь вперед убежала, у тебя дети подросли, а кино выходит через год, через два, бывает через три. На память о родине у Бойко остался легкий выговор, который почти не слышен. Гласные звуки чуть короче тех, к которым привыкли мы. Эта особенность иногда становится той козырной картой, которая помогает выиграть партию. Уже на первом курсе института он начинает сниматься в кино. К тому же учеба в вузе по-настоящему увлекла актера. Однако крутой нрав с возрастом не исчезал. Олег Табаков несколько раз исключал Ярослава Бойко из школы-студии МХАТ за плохое поведение. Но направив кипящие страсти в мирное русло, Бойко сумел завоевать наш кинематограф. Не случайно всероссийский успех пришел в том числе и после съемок в сериале «Всегда говори всегда». Что тут скажешь? Идеальный герой для мелодрамы с примесью детективной истории.